Он весь канал закрыть, чтобы не продувал. Здесь должно быть доступ воздуха, отбор воздуха должен быть. Ну и у них закрыты. Целый ряд нарушений в рамках только одной квартиры выявили проверяющие в общежитии по улице Сары Молдаева. Если здесь главная проблема – вентканалы и близкое расположение баллона и плиты, то в других квартирах и вовсе под кухней переоборудованы спальные комнаты. А это категорически запрещено. И с угрозой для собственной жизни жители общежития уже успели столкнуться. В сентябре, по-моему, банки она закрывала, но в комнате у нее получилось. С баллона на баллон хотела перейти. Хорошо тут увидели, горит, быстро пожарка рядом, вызвали пожарку и баллон вытащили, короче, быстро. Ну хорошо, вот это вот обошлось, не взорвались. Несколько лет назад сюда силами городского акимата был подведен газ. Осталось подвести его в каждую квартиру. Для этого необходимо... Для первого начала надо составить документацию. Потом выйдут наши ребята, обследуют, если есть возможность. Если нет, то скажут нет. Есть нарушения. Забиты венткамеры, нет форточек. И получается, что по СНИПам должна быть кухня над кухней расположена. А у них полагается, что в каждой квартире отдельно кухня. Вот и все. Вот только заставить жителей все переделать не может никто, а потому кухни остаются в переоборудованных помещениях, совсем не предназначенных для приготовления пищи. По словам специалистов ПЧС, у них в этом вопросе руки связаны законом. Согласно действующему законодательству, использование газовых баллонов в общежитиях, в этих многоэтажных домах запрещается. Задается вопрос, что делает ЧС. Мы также, согласно действующему законодательству, не имеем права входить и запрещать. Мы проводим агитационную работу. Видимо, так и будут жить люди, пока взрыв не грянет. Тогда и будем выяснять, кто допустил трагедию. И акимату наверняка выгоднее завтра изыскивать средства из бюджета на расселение тех, чье жилье пришло в негодность из-за ЧП, выплачивать компенсации пострадавшим и семьям погибших, чем решать проблему своевременно.